Тревожные новости приходят в эти минуты из соседней республики Мариэл. Из-за крупного лесного пожара перекрыта для движения автомобилей федеральная автодорога «Вятка», соединяющая Чебоксары с Йошкар-Олой и Сыктывкаром. Эти кадры мы получаем от наших телезрителей. Есть угроза, что огонь перекинется на поселок и садоводческое товарищество. Очевидцы сообщают, что из опасной зоны эвакуировали порядка 140 человек. Автомобилистов, которые планировали попасть из столицы Чувашии в столицу Мариэл, направляют в объезд через Казань по трассе М7. Крюк порядка 250 километров. В МЧС сообщают, что до конца рабочей недели в Мариэл ожидается сильная жара до плюс 36 градусов. Такой же прогноз и для Чувашской республики.